не дошел. Да. Это для пешеходов как бы. Но вам видно из таких фонарей. Просто колоссальные. И вот в таких квадратах квартальчики. Прикольные квартальчики. Но вот это, скорее всего, источник. Вот совершенно точно, что это источник. Что там такого-то за помещение такие, что в угол выходят окна и балкончики? Ну да. Французские, почти французские. Что почти? Вот французские, как конкретно. Ну да. Все, входим. Идем дальше. Так, относительно современное здание, ну, да. Всего от силы 100 сотка.
Старое фото я находила строительство этого телеграфа на земельном уровне, еще только на расчистке земли. Скоро будет. Успел проскочить, а мужик прошел, прям спросил, дверь захлопнул. Вот все такие здесь вот эти штуки. Да, штуки тут знатные. О-хо-хо. Ну, камеры, смотри, везде. Раз, два. Мало, правда, голову, только напротив нет. Да. Там трубы старые. Но фулька, они гнилые, они вообще гнилые. Ну, они не гнилые еще. Они просто сверху, наверное, ржавые. Ты, Мурчик, гнилых не видела. Гнилые – это как я все рассказывал, как меня в Оржеве заселили, и в туалете трубы, газеты обернуты, короче, эти краски покрашены зеленые. Их вот так берешь, они прожимаются вообще. И дырка делается пальцем вот так. То есть там газеты красные. А всю остальную трубу смыло в одну канализацию. Ничего ты не будешь? А что тут фотографируется особо? Вон с камеркой, видишь, зашли. Оно было бы интересно, если светло. Вот так вот. Чужой не зайдет. Чужой не зайдет. Оглашение тут, видишь. Там бумафоны эти, коды везде. Ну что, короче, вот сюда. Потому что он уже учет. Или нет, сюда. Новая поиска 44. Да, вот сюда. Мира. Но возьми, да бог с ним. Где-то по этой стороне был старый литейный газовый завод. О. Что вообще, ну вряд ли. Ого-го. Прям такие года. Ого-го! И вот эти вот балконы. Да, балконы прикольные. А, вот он лев. Ага. Лев. Нам нужно, наверное, на ту сторону перейти. Знаешь, чего потом?
так вот 360 подсняли. Вот, то есть это одна хрень. А когда хорошая погода будет, приедем и палочки поснимаем, и фотки, то есть это все объединим. А из 360 можно, ну, 360 видео сделать. Веди нас, герой. Че, пойдешь на ярмарку? Ну, ярмарка там, через дорогу. Думаешь, там я? Ну, там что-то до хрена стоит чего. А? Это все? Радиокафе. Там чё? А там чё? Мишка. Ага, ну я ж не знаю, где ты сидишь. Давай. А, ну нам всё равно там. Ну чё, шоу, эко-режим. Там полиция. Не буду я класть.
все, кнопка безнадежно отстала. Короче, разгоняется он круто, но я вам в следующий раз покажу. Вот они тут ловят галки стоят. А так разрешенную скорость 25 км в час. Так много людей в центре. Ну а что-то все какой-то праздник, ну все сердечками. А я давно уже в Инстаграм не залазил, мне некогда. Вон раз, два сердечка, у парня на шапке сердечко. Поднялись, они открыли. И сюда, Эльга, параллельно? Ну да. Блин, сейчас хочу купец. Ты не доживешь до грузинской кухни? До какой грузинской? Где лепешки грузинские? Отдельно. Да. Дворах? Нет, не во дворах. После парикмахерской. Там грузинский. А, ну там в другой части, через дорогу.
Да. По этой стороне. Да. Ну там сначала первую часть, где у тебя парикмахерская. Да. А что-то у меня выключился. Ну езжай, я тебя догоню, естественно. Или вон в Халгвардии заехать. Я даже не знаю. Там в Халгвардии тоже грузинский есть. Скажешь? Халгвардии на той стороне. Вот беды ты и посади. Где? А, ну да. Пойдем, поехали. Направо. Сейчас после жабки поставил в ручной режим. Посмотрим. А ветер здесь всегда такой. Кого? Какую? Какую скоростную? А, ну да. Скорость тоже нормальная, если бы она не была такая старая. Подпрыгивай, чё ты. Можно тут проехать, может там. Тут? Замкнем-то.
Здесь стоял. А? Чё?